Друзья, хочу вам представить еще один ролик с новогодними вязаными тапочками. Красотища. Смотрите. Будем вязать вот такой тапочек. Вокруг обвязана вот обвязка идет кукурузкой сначала. Вот такой вот лохматенький. А потом ленивый жаккард. Вот рисунок мы обвязали, то есть вокруг рисунка мы набрали петли. Вот отсюда набор шел. Висят клеточки, видно хорошо. Вот из этих клеточек мы набираем петельки. Вот набрали петли и начинаем вывязывать узор кукурузку. Кромочную петлю снимаем. Потом провязываем лицевую. Изнанку, лицевая, изнанка, и так вяжем весь ряд до конца. Это у нас изнаночный ряд так провязывается: лицо, изнанка, лицо, изнанка. Вот такие вот картиночки получаются, симпатичные. Это процесс переноски вот этого рисунка на бумажный носитель при помощи карандашей. За неимением принтера. Ну вот еще вот такие заготовочки. Это тоже связанные. И вот такие еще заготовочки. Это перчик. Ну это будет, видимо, крутой перец. А это рабочая пчелка будет. О, еще одна пчелка. Ну, это тоже заготовка. Видно, ты как раз его туда раз положила. Вот это самое интересное. Как вот ту ниточку, вот эту вот. Раз, ты раз. И на Кавказ. А теперь как ее увидеть, что где она с той стороны как? А никак. Вот, вот видишь, так. Как ты ее спрятала? Вот, вот этот интересный момент. И теперь дальше ты ее пошла вязать. Поэтому тебе их и не видно с обратной стороны. Потому что ты их прячешь. Да. Вот это очень важный момент. Я их прячу. Вот как прячешь? Вот это надо интересно узнать.